В ЖК Новоантипинске откроют детский сад на 318 мест. Сегодня с экскурсией на объекте побывали журналисты. Работы здесь вышли на финишную прямую. Планируемая дата открытия – 1 сентября. Застройщик завод ЖБИ-3 возвел здание раньше срока на полгода. Стоимость проекта – более 380 миллионов рублей. Площадь объекта – почти 6 тысяч квадратных метров. В нем смогут спокойно разместиться 14 групп, из которых 3 ясельные. Штат полностью укомплектован. Это 50 человек, из них 29 воспитателей. ЖК Новоантипинске активно застраивается, поэтому родители очень ждали этот сад. Здесь у нас функционировали до сего момента два корпуса, и они, естественно, не могли охватить всех желающих. Сейчас, к счастью, мы сможем удовлетворить всю потребность нашего микрорайона.